Мы уже делали момент какой? Тройки под разноименную ногу, да? Но мы ее делали в купе там какой? Дернул там, раз, два, смещение сюда, раз, два, три, да? То есть это была такая... Майку заправь. Это была комбинационная работа, то есть комбинация, еще какой-то момент, да? Но я вам сейчас ее предлагаю не только рассмотреть, но и вы попробуйте сделать ее. Ну, в каком случае, да? Давай, Алим, да, вот. Ну, ты, да? Да? Ну, как вариант, да? Вот что, более легкий партнер, да, противник, да? Вот, Алим, в челноке работаешь. Вот в челноке, то есть... Это моя прерогатива. Только у меня пальцы растопырены. Вот. То есть, смотрите, легкий, быстрый, все. Ну, я более медленный, к тому же это самое. На 3 года старше, да? Двигаемся. То есть я в нем челнок, смотри, оп, блин, смотри, какой резкий, да? Еще быстрее. То есть я за ним априори не успеваю, правильно? И тут в какой-то момент у меня что? Кукушки падают, планочка падает. Надо мне как-то его бить, да? Вот этот вариант психануть, когда планка падает, как вариант. Как это изобразить? Ну, как один из вариантов. Тройка под разноименную ногу. Естественно, что если вы хоть чуть-чуть задумаетесь во время действия, как вы делаете, бить, не бить, вы тормознетесь. То есть что происходит? А вот ярко выраженный противник в челноке, передняя рука у него висит, он работает. Я вот пытаюсь и сюда подойти, и сюда. Но заметьте, вот этими движениями, влево, вправо, раз, два, три, я наоборот как раз и готовлю почву для разгона себя. Посмотрите, что я дальше делаю. Ладошку только здесь держи. Еще раз. Я в тройку в тебя побегу. Пытайся свалить. Не успеваю, да? Логично? Не успел? Хотя знал, что я буду этой тройкой делать, да? И то я не очень быстро побежал. Здесь какой момент присутствует, ребят? Здесь момент третьего удара. Здесь очень важен третий удар. Потому что на первом движении, ведь обратите внимание, на первом движении... Так как дистанция дальняя, он успевает порвать, он успевает разорвать дистанцию. На втором ударе я его уже догоняю почти, но еще по защите по рукам. А мой третий удар уже длиннее наполовину, чем первые два, чем его, скажем так, голова и его движение назад. Почему? Потому что, посмотрите, держи ручку, резко не убегай сейчас. Давай сейчас просто покажем, хорошо? То есть что я делаю? Вот я вправо качну, влево качну. Вот, вот раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, вот еще момент, да? Грузанул правую ногу. Освободилась левая нога. Толчок вперед. Два удара легких. Раз, два. И вот он момент истины. Я не убираю руку. Пока моя рука там, он меня не бьет, как бы он не хотел меня ударить. Но третий удар. Я толкаюсь вперед, придерживаю. Вот эта смена рук очень важна. И здесь вы как раз добавляете пятку, бедро. Пытаясь уйти назад. Посмотрите, длиннющее разгонное движение какое. В голову, в грудь, да пофиг, а. Пускай вот он, да, я даже не по голове ему ударю, опусти руки. Пускай я даже здесь наклоню, я еще дальше мог бы наклониться. Я все равно не пересек линию ноги. Но вот этот разворот дал мне. Даже в грудь я попал. Я отсюда еще и прыгнуть могу. И очень важны плечи. Ребята, повторюсь, что вращение пятки бедра, оно не дает опоры. Оно дает направление на опору. А левая нога в данном случае для правого вращения опорой будет тогда, когда плечо перевернется. Вот плечо сделало опорную ногу. То же самое в левую сторону. То же самое в левую сторону, да, так же. Здесь, здесь, ищу, ищу. Да-да. Я реально побежал на него. Я реально побежал на него. Кулаки перед собой. Мои кулаки меня же закрывают. Мы на месте бегаем с вами. А?
То же самое движение. Это все боевое. И плюс вы не фронтально, вы в боевой стойке. Здесь, здесь. Да? Естественно, вы побежали руками и ногами. Да, а что вперед? Нога или рука? А? Нога. Да, чуть-чуть нога. Потому что вот тут вот этой паузы быть не должно. Здесь очень большое значение имеет пауза перед первым ударом, если она есть. Если она есть, то вы можете нарваться на сильно встречный удар, а именно. Вы используете инерцию своего тела. Как вы сейчас по кругу пойдете? Да? Но вы пойдете в паре. Встали по росту в пару. Вот первый номер, который бьет удары, вот он полуфронтально. Раз, раз, два, три. Посмотрите, что вы будете делать. Раз, два, раз. Раз, два, три. Раз, два, раз. Раз, два, три. И опять боевой стойки. Второй номер чисто для этого самого, визуализации. Все, отходит, вот здесь ручку держит. Будете бить сильно, поломайте товарищу руку. Нашли себе пару, быстренько. Быстрее!